Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра TerraTech, версия 0.7.7. Был стрим по началу, так скажем, да, потому что я начал заново, потому что есть новые блоки, есть новые задания, есть новый контент, который хочется попробовать, вам показать, самому поиграть. Поэтому я начал заново в новой версии. И вот на стриме, конечно же, на стриме мы построили вот такое вот устройство вместе с вами, это такой, знаете, гибрид. При этом, при всем, на новых колесах ГСО, потрясающие колеса, реально потрясающие. И очень много новой механики появилось. И сегодня я продолжу играть, так что поддержите меня лайком. Обязательно поставьте его, прям поставьте прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, если вы впервые на нем. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам переходили уведомления о стримах, о новых видео. Конечно, если говорить о том, что меня в первую очередь поразило, это колеса, вот эти вот колеса, потому что на них просто вот наглядеться не могу, потому что скорость у них очень высокая, это раз. Притом и у маленьких, и у больших, и посмотрите, как работает подвеска, да, то есть прям очень хорошо отрабатывает, прям они, видите, прям проглатывают каждую поверхность, потрясающе. Раньше я когда-то восхищался просто колесами Geocorps. Но вот теперь вот эти меня просто вдохновляют. Притом, видите, вот у них подвеска, вот. Видите, как работает? Очень клево. Но они не могут нести большой вес. Потому что в данный момент, вот, допустим, черная дыра стоит. И вот эти вот большие вроде бы колеса, которые должны больше вес нести, они как раз таки прогибаются очень серьезно. Ну давайте вот уничтожим. У меня здесь вот задание есть, открытие ящик. На нем я закончил как раз таки, закончил свой стрим. И бэм! Закончил как раз таки свой стрим, потому что... Ой, что-то тут вылетело. Потому что у меня кончились батареи, и я такой типа, вау, ребятки, ну как раз там прошло определенное количество времени. И давай же, ну что, ты не умираешь-то? Оружия мало, монстры мощные, смотрите, у меня орудий мало, а монстры довольно-таки... Воу, все, уходим сейчас, потому что... Отлично, просто... Просто вообще офигенно на самом деле, потому что здесь еще и охотник появляется. Так, мне нужно зарядиться, и потом мы продолжим вместе с вами. Наверное, вот где-то вот здесь вот я заряжусь. Давайте вот так вот. Оп, стали. Что в этом устройстве у меня есть? Давайте быстренько расскажу, потому что многие на стриме, скорее всего, не были. Ничего особенного. Маленькие батареи. 4 у меня стоит. 3 двигателя вентуровских. 2 бака вентуровских. Вот здесь вот один... как же он? Какая турбина. Ну и все, в принципе. Батареи. Ну и стоят 2 якоря, на которых я могу заряжаться. В принципе, все такое довольно-таки простое устройство. Так, ребят, немножко перестроил, поставил 2 лазера прямых, потому что устройства большие, и мне придется именно впрямую драться. И там, кстати, охотник-то появился, вон он, но он как-то, он довольно-таки далеко. Так, вот эти вот лазеры уже более хорошо работают. Ну давай. Вот эти щиты, конечно, мешают, я не могу его распилить, видите? Вот, отлично. Так, и давайте вот этого... Последнее. Так, видите, блоки мешаются. Так. Отлично, последний остался, которого мы сейчас с легкостью уничтожим. И там такая довольно-таки какая-то странная крепость. Честно говоря, я не пойму, что это там за устройство такое. Но явно... Давайте-ка попробуем. Я бы не очень хотел с ним сейчас сталкиваться, потому что, как видите, у него есть батареи, но он почему-то меня не атакует. Батареи кончились. Его батареи кончились. Все, отлично. Это охотник, да? Это на меня пришел охотник. Странно. Очень слабенький охотник какой-то. Прям очень слабенький. Ну все, наверное. Ну что ты взрыв... Все, взорвался. Наконец-таки. Надо это все собрать и поехать на следующее задание. Ну что ж, поехали к следующему заданию. Я тут все собрал, подзарядился немножечко. Оп. Немножко еще добавил... кстати, я смотрю, здесь не... А, ну и ладно. Немножко еще добавил себе батареи чуть-чуть. Так, это что? Что такое? Блин, прикольненькое такое устройство достаточно. Но видно, что оно слабое, конечно. Ну, точнее, ладно, не будем говорить, что оно слабое. Просто здесь искусственный интеллект на самом деле слабенький. Он вот зачем-то начал крутиться, вертеться, вместо того, чтобы просто меня уничтожать. Просто уничтожать. Нет, он решил зачем-то заехать ко мне в задницу. Ну, то есть спрятаться от меня. Странно. Так, кто-то здесь мне мешает. Вам не кажется... А вот это, кто это создал? Что за безумный ум создал это устройство?
Это немножко странно. Ладненько, давайте все соберем и продолжим. Продолжаем. Топлива у меня не очень много, именно топливо для двигателя. Оно очень быстро кончается, при том, что эти двигатели, они сжигают очень быстро топливо, а в ГСО баках не очень его много есть. Так, посмотрим, что это за ящик. Да, это ящик с защитниками. Ну-ка, давайте сразу... Воу, а что ты какой большой? Так, надо его быстрее уничтожить, пока он не включил щиты. Черт возьми. Нет, я не успел сделать это, но я быстрее потратил на него щит. Точнее, батарея потратил намного быстрее. Так, ну-ка, теперь ты. Давай, уничтожайся. Кончайся. Все, кончился. Так, мы быстренько встаем и начинаем заряжаться. И, собственно, мне сразу даются новые блоки. Как видите, сразу же дались вот эти колеса. Потрясающе, по-моему. Ну вот, наверное, вот это следующая вещь, как вещь, которая меня поразила просто до глубины души. Это новая торговая станция с черной дырой. То есть, да, именно с черной дырой. И при этом, при всем, когда вы получаете торговую станцию, вы уже получаете черную дыру. Это потрясающе. То есть вы уже можете здесь складывать блоки. То есть, да, вначале у вас не будет черной дыры собственной, да, но вы сможете на себя набирать блоки какие-то и выбрасывать их рядом со станцией, допустим, ну где-то вот здесь вот, да. И эта черная дыра будет забирать их. И также складывать у вас в, ну вот здесь вот, оп, как видите, в вашем складе. То есть это ваша черная дыра, но как бы вот здесь такая, ну, стационарная, так скажем. Но при этом, при всем, вы здесь также можете покупать блоки. Пожалуйста, можете любые купить блоки и использовать их. Есть некоторые исключения. Исключения из правил. Кстати, смотрите, вот этот магнит продается. Ох, потрясающе. А мы теперь не можем здесь продавать блоки. Мы не можем продавать здесь блоки. Понимаете? Раньше можно было продавать блоки, и это, на этом можно было хорошо достаточно зарабатывать. Но теперь этого нет. И здесь нужно теперь, чтобы продавать блоки, нужно сделать крафтовую систему. И это круто, потому что разработчики, получается, сделали направление как раз-таки... давайте вот этот вот подозрительный гараж возьмем в задание. То есть направление... То есть они сделали точку в направлении крафта. Именно в крафте будет вся замута со временем. Наверное, они еще как-то усложнят этот момент. То есть они сделают, не знаю, там, может быть, добавят какие-то еще крафтовые системы. Вообще как-то, ну, стабильную эту крафтовую систему сделают. При том, что в игре еще добавили два биома новых. Я, честно говоря, не знаю. Кстати, а вот не это ли он? Очень похож на новый биом. И при... Точнее, не то, что похож на новый биом. Я такое не помню. То есть ровная плоскость и горы. Я что-то, знаете, не помню этого. То есть пустыня смешана с горами. Я не помню такого биома. Напишите, ребят, если это тот биом, о котором я думаю. Если это именно новый биом. Так, опять же, враги. Давайте их уничтожим. Попытаемся, по крайней мере. Воу-воу. Геокорпс, конечно, блин. У них настолько мощные вот эти вот устройства. Хоть они и, видите, они как бы без щитов, да. Они вроде бы простецкие, как две копейки, но... Вот это с щитами еще. Но у них блоки вот эти настолько тяжелые, настолько они мощные, что их не сразу распилишь. Ладно, я пока сейчас вот прикрываюсь другим. Так, отлично. Опять же, давайте уничтожим его все оружие, чтобы он нам как можно меньше навредил. Но он стреляет по нашим щитам, черт. Ах ты, все, уничтожен. Мощности, больше мощности. Так, близко не подъезжаем, потому что он, блин, тоже опасный. У него всякие щиты, ой, эти дрели, лазеры. Он может навредить, вполне может навредить. Да, умри, пожалуйста. Умри, все, умер, красавчик. И остается последний малыш. То есть я, когда увидел эту торговую станцию и понял, что я не сразу это допер, то есть мне еще даже подсказали, что... там нельзя продавать теперь блоки. Я был немножечко в шоке. И в приятном шоке, в том плане, что... Йоу, я прям представил, что они еще круче сделают крафтовую систему. Или, как это сказать бы вам... Как бы это правильно выразить свою мысль? Сделают крафтовые... Ну, то есть... Как бы это... Сделают крафт очень важным в игре. Потому что до этого, помните, я говорил... Я много раз говорил, что крафт здесь... Ну такое, это не важный предмет. Ну, что он есть, что его нет.
И он до сих пор остается тем же моментом, что он есть, что его нет, потому что до этого вы могли купить блоки, и сейчас вы их можете купить, но сейчас сложнее деньги будет зарабатывать. Но при том, что блоки выпадают, то есть вы можете их достать, ну вот эти вот, по крайней мере, да? Да, какие-то там более там ракеты или еще что-то, да, это придется крафтить, конечно. Да и то их можно купить или найти врагов, которые будут с этими ракетами, и выбить их. Есть нюансы, но, ребятки, похоже, они с каждым обновлением все усложняют, усложняют вот этот момент добычи блоков, в том плане, что они делают направленность на крафт блоков. И это потрясающе. Посмотрите, насколько этот крутой биомчик, особенно вот в этом, закате, да, так скажем, очень хорошо смотрится, прям... Прям посмотрите, очень красиво биомчик смотрится. То есть он как бы ровный, но в то же время не очень ровный. Это клево. Давайте вентурских бандюганов уничтожим, потому что они типа, ну вот ты сейчас будешь реально вокруг меня тут носиться. Смотрите, это маленький прям трек у него сзади. Колесико маленькое стоит, чтобы приподниматься, да? Чтобы когда перед приподнимается от тяги, он не перевернулся. Враги уничтожены, миссия завершена. И что? Где вот награда, отлично, посмотрим. Вот это, ребятки, интересно. Вот это вот реально интересно. Потому что мне дали уже батарею. Это топливный. Так. Нет. Это не топливный бак, это именно. Нет, стоп. Это топливный бак, ребят. Да, именно топливный бак, но маленький. Вот такой вот вентурский. И, кстати, вот вражины еще нападают. Сейчас вот как раз очень прикольно выглядит. И я вот говорил в обзоре обновления, да, в обзоре блоков, я говорил, что этот блок можно использовать именно как датчик, да, какой-то, да. То есть мы можем видеть, сколько, вот, допустим, я сейчас вижу, да, то есть, что у меня вот начинает кончаться топливо. Это классно, это реально классно. Потому что такого не хватает. Так, давайте. Оп-оп-оп. Огонь, огонь. Кто там появился? Во-во-во. Такое неслабое устройство появилось-то, кстати. Давайте его сразу атакуем. Он как раз застрял. Устройство прикольное. Колеса, смотрите, как расположены в нем. Блин, это прикольный монстр, но, конечно же... И офигеть, ребятки. У него есть батареи, посмотрите. У него есть батареи. Я сейчас попытаюсь их сохранить. Потому что, ну, не факт, что они сохранятся. Вот они уже почти, видите, они уже мигают. Так, ну-ка, взорвешься батареей. Надо с другой стороны объехать его. Вот здесь вот, сзади у него спрятано. Вот так вот, отлично. Сзади вот вскрыть нужно вот эту коробочку. Блин, очень неудобно. Я поверт. Нет, похоже, я потеряю. Да, все, батарея взорвалась. Ну, ладно, это неизбежно. Все, сам рванул. Жалко. Поехали на следующее задание. Подозрительный багаж. Геокорпс. Это неплохо, потому что прокачиваться нужно. Но есть, конечно, еще здесь очень интересные задания. Это задание... Вентуровские на прохождение колец на воздушном транспорте. Но так как у меня нет воздушного транспорта, да еще я и не встречал этих колец, так что думаю, они появятся только тогда, когда мне дадутся крылья, возможность их покупать или крафтить, или еще что-то, да, то есть когда я прокачаю уровень, где я получаю крылья вентуровские, наверное, скорее всего, потому что задание вентуровское. Оп-оп-оп, давайте-ка посмотрим. Просто коробочка, что? Серьезно? Нет, ну, блоки, конечно, хорошие здесь. Вот этот вот великолепный блок, да, то есть строить на нем базу, поворотный механизм, просто потрясающе. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Наверное, сегодня такая короткая серия будет. Мы обязательно продолжим, благодаря вам, скорее всего, потому что вы просто захотите следующей серии, будете ставить лайки. Обязательно продолжим уже в следующем видео, потому что рассказать есть что еще. Допустим, к примеру, что в креативе появилась возможность установления врагов, то есть чтобы они появлялись. Но это уже другая история для другого видео. Так что всем всего, удачи и пока.